Итак, друзья, мы вновь мы, ну, мы с вами, скажем так. Джек свернулся после того, как закрыли еще один контракт на Рэй. В общем-то, остальные контракты либо будут попадаться по пути, либо либо Рэй нужно с собой брать. Но пока я, в общем-то, не хотел бы. Пока возьмем каечку. Follow me. Very well. Very well. Итак, что у нас по... То есть, Бадабуму мы закрыли. По истоку. Разбитый глайдер, это ближе к концу, видимо, у нас будет это задание, либо сразу с ним поговорить. А, понятно, ощущение. В общем-то, можно уже как бы примыкать к любой. Группировки. Вот за голову Ре, в общем-то, нам нужно еще найти 5 контрактов. Ну, в общем-то, он сказал, герцог Таварский сказал, что золотит нас, если мы завалим этого товарища Конрада, который находится четко где. Так, ладно, у меня предложение сейчас пока, в общем-то, говорится, почему бы и нет. У нас тут, кстати, еще наша жестяная банка тут болтается. Как-то... Жестяная банка — это на самом деле Кроуни У4, которого нам, в общем-то, нужно вытащить из задницы. Ну, грубо говоря, его нужно починить, чтобы вернуть его в нормальное состояние. Ну что ж, пока мы возьмемся за контракт теневой бригады. От имени когтей. Попробуем. Найти чертежи боевого колосса. Так, если вот так вот отметить, оно высветится там или нет? Да, высветилось. А, это тайники. Тайники у нас высветились. Не то, что нам надо. Нам нужно чертежи найти. Чертежи боевого колосса находятся там. И научные документы клириков находятся там же. Ну, давайте поищем. Ух ты, даже в 4 местах. Офигеть. А почему тут архивист? Ну, 4. Из предположения, что ценные документы хранятся на полках у архивистов. Значит, полки двигаются, что ли? Ничего не понимаю. Ладно, двигаемся.
Да, начинаю припоминать, оказывается, архивисты у нас находятся в архиве, но какое у нас здесь но? 4 у нас здесь архивиста. У каждого из 4 архивистов находятся данные. Это все тут летают, прыгают, ныряют. Но на самом деле я подыскиваю... Да, вот. Место, где можно будет начать наше следующее. Так, то, что, в общем-то, нам надо. А надо нам что? Нам надо, в общем-то, ага. Ну все, этот товарищ пошел молиться, видимо. Клирики пошли у нас вниз. Так, Каечка, стой здесь. Okay. Теперь нам нужно что? Жаль, что время-то идет, а нам надо... Нам надо... Ремесла нет, камуфляж, друг животных, выживание... Висит у нас пока защита и взлом замков. Нет, да, взлом замков какой-то. Висит у нас друг животных выживания, амулет ученого, ремесла, книжный червь. Ладно, пусть висит тут камуфляж. Тут у нас нужно ловкость плюс 5 повесить. И, в общем-то, все. Так, ага, вот он, все, попер, попер. А чего раньше не дал? Где в очках? Стою. Все, пошел молиться своему калахану. Вот, а нам нужно попасть вот именно сюда. Этих находится за стенкой, видимо, где-то здесь. Блин, нет, там. На всякий случай, где-то там. Так, вот, оно находится у нас уже здесь, все, доклад директора лаборатории какой-то. Ничего не понял, нахрена мне это доклад. Так, ладно, все, все, все это находится здесь. Так, одна из этих вещей находится где-то. Научные документы клириков есть. А теперь нам нужно что? Нам нужно аккуратно, извиняюсь, аккуратно. Так, научные документы клириков есть. Дальше. А дальше вот, блин. Who are you? This is authorized personnel. Твою мать! You need to leave now. Вот я про что и говорю. Лишний раз дернулся, блин. И все. Надеюсь, этот архивист лег спать. What?
there. А как он узнал, что я здесь, блин? Зараза, его же нет на радаре. Блин. Нам нужно, в общем-то, ну вот, что я и обокрасть. Нам нужны документы клириков. И... Блин! У архивиста, что ли? Получается так. Да. Все. Есть. Есть. Даже если он сейчас нас вышвырнет, то, в общем-то, ничего критического не произойдет. А так, тут документы на полках и у этих клириков мы благополучно... Так. Чертежи боевого колосса нам нужно еще. Где они находятся? Ну-ка, давай... А, так они не здесь, что ли, находятся? Нет. Не здесь. Видимо, нам нужно выбираться уже обратно. Тихо. Нет никого. Спокойно. Никого нету. Никого нету. Дайте мне отсюда выйти. Все, ухожу. Никого не видно? Никого нету. Так, теперь документ этого боевого колосса где-то нужно нам найти. Хотел сказать, стырить. Ну, в общем-то, да. It can't continue like this, right? Так, еще раз сверяемся. Ага. Видимо, где-то здесь наверху. А вот на каком верху? Так. Что-то я начинаю смутно. Вроде бы как снутри нужно, вроде бы так, он находится в каком блоке-то? Надо определиться. А, где? Это что такое? Это лестница или что? Ага. Так, сюда я залез. Так, он находится где-то слева. Не видно ни черта. Где-то в этом блоке он находится. Вот здесь вот и где-то наверху. Так, куда-то я долетел. Теперь он находится внизу. Джекс, почему у тебя фонарика нет? Твою ты, блин. Не, ну фонарик-то есть, в общем-то. Вот такой вот. Ай. Так, спокойно. Так, вот, мы находимся, в общем-то, получается, на уровне, так как... Ой, это что такое? Я думал тут... А, тихо. Спокойно.
Ну и где находится эта ерунда? Механика в кармане? Или здесь где-то? Нам нужен чертеж боевого колосса. Вот нет у него нифига, у него только эликсир. Ай-ай-ай-ай-ай. Who are you hiding from? Нет у меня. Я просто мимо проходил. Так, ну если он куда-то попёр. А, он уже вниз куда-то пошел. Видимо, оно где-то здесь должно быть. Ни черта не вижу. Эй, идиот! Блин. Да тут не видно ни хрена, поэтому, блин, там не знаешь, куда ты свернул на самом деле. Так, где-то здесь должно быть. Вот. Чертежи боевого колосса. Отлично. 204 опыта мы за это получили. Ну что ж, в общем-то, получается, здесь мы уже задания эти выполнили. Это у нас Годехард, товарищ. Так, ну с этим, в общем-то, все. У нас там еще какой-то то ли дрон висит на четверке. Так, и не туда. Посмотрим, что у нас тут по изгоям идет. Так, нет, Дана, Бесса. Как складу доступных заданий в сундук, откуда их могу брать? Задание, да... А, секундочку. Так. Теперь, видимо... так, посмотрим. Видимо, что... А у нас, получается, высветились тайники, куда нужно складывать добытую нам информацию по заданию, либо выполнено задание, либо... И эти, в общем-то, тайники, получается, оттуда информация переходит уже... непосредственно в темное братство. They're addicts, and that makes them dangerous. Ну и что? Так, тайник должен находиться где-то здесь, он должен выглядеть в виде какого-то мусора. То ли мусорные банки, то ли золотые слитки тут валяются. Железная руда валяется. Какой-то мусорный бак. А, вот он. Вот. А, положить чертежи боевого колосса есть. Colossus blueprints done. Научные документы клириков. Research documents, assignments complete. Looks like I've completed all my assignments. Perhaps they have more back in their hideout. Так, ну получается, чтобы получить следующее задание, нам нужно вернуться обратно в убежище. Ну что ж, почему бы и нет? Что-то постоянно выскакивает у меня одна и та же... Так, все. Так, заметку нужно отсюда снять. Вернуться обратно за новым заданием. А вот эти желтые отметки по всему миру, это разбросаны вот именно вот эти вот урны, куда нужно складывать, в общем-то, информацию по заданию. Так, ну что ж. Давайте отправимся за заданием, что ли. Давайте возьмем, а там уже решим, что делать далее.